Эта история началась здесь. Во время народного схода к микрофону подошел четвероклассник. Маленький нижнекамец попросил у Айдара Метшина детскую площадку. Можно вас попросить, чтобы починили площадку на Тюмпике 50? Там единственная есть площадка, то где качель. Она очень сильно скрипит. Ребенку трудно отказать, и мы все усилия направим на то, чтобы в ближайшее время эту площадку построить. Денис, мы сделаем площадку в этом году. Хорошо, передай соседям, своим друзьям. И мы тебя пригласим, когда будем делать. И твоих товарищей, чтобы мы посмотрели, что нужно, ладно? Сегодня обещание исполнилось. Во двор дома Сюмбике 50 привезли детскую площадку. Рабочие местного домоуправления приступили к ее установке. Она будет состоять, значит, из двух качель, из балансира, из гимнастического городка. Вокруг рабочих тут же собралась местная ребятня. Мальчишки даже предложили свою помощь. Взрослые от нее не отказались. Молодцы, молодцы. Все. Я все помогу. Денис, который попросил построить площадку, тоже пришел посмотреть на процесс установки. Пришел вместе с другом. Как оказалось, именно для него мальчик и старался. Его друг Юра живет именно в этом дворе. Я попросила это для друга Юры, потому что у них вообще не было площадки. Я радовалась, что у нас будет площадка, потому что у нас раньше не было площадки. Мальчики обещают, что детскую площадку будут беречь. Попросят об этом и всех своих сверстников. Айдару Метшину они передают от себя и всей местной детворы огромное спасибо. Сборка и установка детской площадки – процесс долгий, потому рабочие сегодня здесь будут трудиться до самого вечера. Но, как они нам пообещали, уже завтра на новой детской площадке будет раздаваться детский смех. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.